драйв. Смотри, все-таки Страза играет свою роль. Да. На первое место поставили. Очень интересный заход. Алексей и Светлана Гаврилова защищают честь нашей страны. А Сондра еще музыка не заиграла, он уже показал, что... Показал, что он просто готов. Король этой площадки. Давай, Леша, покажи ему, как надо. Ответь. Хочется, конечно, обе пары увидеть. Но я могу сказать, что мне отыгрыш Света и Алексея понравился больше. Предвзятому. Тем более, что я сказал, что я болею за норвежцев. Тут, конечно, понятно, с кого мы болеем. За наших спартаковских Гаврилов. Московских, российских спортсменов. Спасибо оператору. Показывает. Оп, сразу два хайлайта одновременно попали в кадр. Вот так вот. Известная дорожка, мне очень нравится этот переход. Да. Обычно они исполняют ее под конец программы. Было исполнено хорошо, кстати, Леша немного изменил. Он теперь вращается на полу один, что очень сложно. Потом попасть и остановиться вовремя. Что там у Сондра с Таней? У них пошел сайд-бай-сайд. Смена в паре. Отыгрыш. Обрати внимание, что Сондра опять поменял костюм, кстати. Уже не в жилеточке вязаный. Костюм. Скажем, построже. Сейчас главное не столкнуться двум парам. Про что мы говорили, что буги-вуги, они занимают всю площадку. Мне интересно, бывало ли такое интересно? В бальных танцах, я знаю, это сплошь и рядом, когда там у них очень много. Я думаю, что все-таки бывало.